Приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, я, Супер, и мы будем играть в игру под названием Бесики. Это, не знаю, можно сказать, мини-игра или какой-то шутер. Но смотрите, значит, такая планета есть, вот. По кругу крутятся еще какие-то планеты. То есть, уху, крутить можно так. Какой-то кубический, круглый. Мы сейчас будем играть в ее. В нее, да? Вот, Оптилус. Я уже поиграл. Вчера, я ее вчера закачал. Через Steam. Вот, я до сюда дошел. Вот, я вам покажу, вот до сюда дошел. Вот. 11 зона, 12 зона. 13 уже закрыт. Ну, давайте начнем с самого начала. Не знаю, я тут уже профессионал. Научился играть. Сейчас закроется. Музыка, конечно, тут замечательная в этой игре. Давайте сейчас настройки. Вот это уберем, чтобы у меня не лагало. Ну, у меня и так-то не лагает, у меня сейчас 23 FPS. Но что вам сказать? Надо сломать вот этот домик. Для этого вы должны сделать конструкцию. То есть средневековый шутер, можно так сказать. Тут вам показано, можно как сделать. Вот, смотрите. Вот так. Потом, типа, колеса надо установить. Потом вниз опустить, чтобы он стоял. А то сверху он упадет и сломается. То есть тут есть физика, да? Можно так сказать. Давайте берем вот эти двойные блоки. Два сразу блока установим так. Легче будет и быстрее. Раз, раз. Тут можно камеру вертеть, а ВСД можно еще устанавливать. X, вот X я вам покажу. X удаляется, то есть вот так. Колесики давайте установим. Я уже тут профессионал, я тут знаю, что делать. Но, на самом деле, на первом уровне можно что хотите устроить. Вообще, во всех уровнях можно что хотите сделать, только самое главное, чтобы держалось. Если у вас будет двойной клик, у вас будет конструкция ломаться. У меня мышка, то есть, сломанная, старая. Давайте сейчас вниз опустим нашу конструкцию. И ее можно, если что, поднять вверх. Ну, если вы хотите сделать самолет. Все. Начнем. Нажимаем, стоп, F1, чтобы камера была вот так. И уничтожаем ферму. Бабам, все. Все, стоп. Вон, овцы, давайте я попытаюсь их уничтожить. Блин. Не, я не смогу, думаю. Овец уничтожить. Ну ладно, пусть живут. Их можно тут убивать. Тут еще есть рыцари. И лучники, и еще так далее. Вот, курица, как видите, тут. Сейчас давайте что-то сделаем покруче. Ну, давайте установим сюда. И сюда поставим мортиру. И можно еще огнемет, да? Замечательно будет. Супер-мега оружие. И ее еще можно сохранять. Я одну штуку сохранил там. Я вам потом покажу. На С. Стреляем пушку. Раз. И нет, мы не будем заканчивать, ребят. Мы будем... Где там огнемет? Я не знаю. О, во. Вот, смотрите, огнемет. О, ха-ха-ха-ха. Я тиран, я буду все сжигать на своем пути, да? Пушка, на самом деле, мортира стреляет только один раз. Огнемет там на несколько секунд, вот, смотрите, пока он не закончится. Вот, ну ладно, давайте дальше. Поехали дальше, как говорится. Третий уровень. Тут нам предстоит, на самом деле, очень сложно сделать, потому что вот тут, смотрите, тут есть мины. То есть их, если нажмем, мы сдохнем. Мы должны вот до той вот этой точки дойти. И как бы все. Ну, для этого, на самом деле, нам нужен механизм. Убираем вот эти все. Все можно убрать. Но я только пушку и огнемет оставлю. Вот, нет, вот так даже уберу. Ой, колеса, я не знаю, зачем я отсюда убрал, ну ладно. Ставим, во-первых, механизм, вот, поверить. Выбираем стелс, то есть контрол. Можем контролировать колесами. Берем один блок, чтобы все было симметрично. И чтобы все ездило. Тут с первого раза, на самом деле, ничего не получается. Значит, все, пробел. Вот, я вам F1 нажму, чтобы камера была показана. Вот, вот так можно согинать. И смотрите, я вам покажу взрыв. Вон, овцы на нас нападают, но мы сделаем бабах. И наша вся конструкция сломана. Давайте обратно. Сейчас попытаюсь проехать как-нибудь. На, вон, видите, я овец... Блин, у меня одно колесо сломалось. Давайте начнем заново. Ну, у меня тут есть один хитрый способ, я вам сейчас покажу. Тупо по карте объехаться и все. И карта на самом деле тут очень большая, то есть нет, вот это, и все, больше ничего нету, остальное все белое. Вон овцы нас пытаются, давайте их задавим. Все. Сейчас, если смогу повернуть. Вот так, повернем. Вот так, поехали. Тут мина не стоит, вон, мина стоит, то есть, да, не надо на нее нажать, а то нам крышка. Вот так согинаем. На самом деле тут управление какое-то непонятное. Не настолько много механизмов. Вот так, стоп. По-осторожному проедем. И все, выполнен. Можно даже, вот, смотрите, в конце вот, вон, видите, овца нажалась и взорвалась.
Бомбы тут есть? Вон, мину вижу. Давайте на мину наступим. Давайте на мину наступим. Да бам-бам-бам. Все, пошлите дальше. На четвертый уровень. Тут на самом деле нет, все легкотня. Потом будет очень сложно на самом деле. Вон, лучники, надо их раздолбить. Вот тут стоит мина, то есть... Ну, это самый легкий на самом деле. Просто возьмем мортиру, установим сюда и все. Все как бы, да? Стоп, я F1. Пусть стреляют, тут без разницы на самом деле. Вон, видите, лучники пытаются нас уничтожить. Ну, у них это все не получается. Бабах! Уничтожили. Ой! Я сам себя еще уничтожил. Давайте, стоп, назад. Вот так, все, стоп. У меня еще есть идея положить сюда огнемет. Огнемет на букву У нажимается, окей. И едем, стреляем, бабак. Ой, блин, у меня платформа не очень установлена. И еще тут показывается смерти лучников, то есть, да. Если они умерли. Устанавливаем так, чтобы... Так, чтобы наша конструкция не сломалась. Вот так, вот так. И более или менее ее легко сделаем. Стоп. Икс. Икс. Стоп. Установить, все. Поехали. Едем. Стреляем. Все, видите, уничтожили их всех. Вон, как видите, тут Фейлбен, Волф Рэнкс. Ну, то есть, умерли какие-то чуваки. Сейчас огонь пройдет, проедем. Да, можно, в принципе, по кругу, тут без разницы. Ду-ду, по всей кровишке едем. Блин, если я смогу проехать. И мои Нет. Давайте по кругу, на самом деле, поедем. Замок вперед у меня конструкция не позволяет. То есть мои колеса могут сломаться. И сейчас давайте деревню всю сожжем. Берем просто огнемет, нажимаем У. Все, вступаем. Сжег дотла. Едем дальше. Надо еще мельницу уничтожить. Все, 50% уничтожено. Блин, если я смогу на самом деле. Пушки мне не позволяют это. Стоп, нет, не надо тратить. Просто так, пушку. Вон даже... А, вон его, все, сжигаем все. Давайте еще самого себе поджигом. Все. Да, выполнили миссию. Очень легко и просто. Давайте следующую. Вот, а вот тут уже на самом деле надо сделать супер-мега, чтобы эту всю орду убить. Для этого я вот сейчас я вам покажу, я сохранил одну штуку. Это, по-моему... Да, да, вот, видите? Это машина убийства. Тут 4 пилы стоит. 8 иглов, шипов. И она крутится только по кругу, чтобы всех этих рыцарей убить. Давайте начнем. Пусть они идут ко мне. Давайте, давайте. Пытайтесь, пытайтесь. Но это с рук не сойдет, да? Смотрите, пилы их разрубают на части. Шипы их уничтожают. Их не пробивают щиты. Вот, смотрите, сколько рыцарей погибло. Чего они только не пытались. Стоп, давайте, уничтожайтесь. Что-то я застрял в одном месте. Ничего не могу. Вон, смотри, сколько рыцарей меня окружило. Рыцари пытаются мою конструкцию сломать, но у них это все не получится. Во-во-во-во, я кручусь, во-во-во-во, вот она в чем заключается, вот, смотрите. И я вам покажу, вот видите, красную линию, вот, если она до сюда дойдет, то есть мы выиграли. Ой, они мою конструкцию разрушили. Еще надо вон тех лучников бы уничтожить, вон, вдали я вам сейчас покажу, вон, видите, вот этих. Ладно, давайте сейчас изменим, давайте сейчас все удалим, окей. Я на самом деле делал одну еще круче конструкцию. Тупо вот так я делал. Смотрите, я вам сейчас покажу. Очень легкую конструкцию на самом деле делал, которую пробивает любой. Но я так выиграл вон тех гребаных лучников. Вон, видите, спереди. Ставим сюда два блока таких обыкновенных. Стоп, двойной блок, как видели, у меня произошел. Вот так. Ну, это двойной клип просто у меня. Вот так. И... Устанавливаем сюда что только можно. Во-первых, армор нам нужен, пули непробиваемые, чтобы нас не пробили и не уничтожили. Сверху вот так устанавливаем броню, заднюю, можно так сказать. Нет, я думаю, сзади, знаете, что установлю? Мне нравятся шипы. То есть подходит сзади и их всех шипами убиваем. Вот раз, два, три. Шипы. Спереди давайте установим огнеметную зенитку для уничтожения всех врагов спереди. Потом установим, давайте, армор. И все, как бы, да? И можно, в принципе, посередине мортиру установить или пилу. Давайте посмотрим, пилу я смогу установить. Если они вот возле моих колес будут стоять и захотят мою конструкцию разломать. Можно их, в принципе, вот так установить, колеса. Пилу, точнее.
Вот я не знаю, в принципе, оно будет работать или нет. Давайте сейчас вниз установим. Броню установим и поедем. Все, поехали. Блин, пили мне не дают просто проехать, то есть, да. Я их вот сюда установлю и все. Конструкция, чтобы было легче. Все, поехали. Всех уничтожаем. Надо на У потом нажать. У. Всех уничтожаем сзади. Блин, я поджегся. Ну, думаю, что все умерли, да? Да, смотрите, все поджеглись. Вон там лучники умирают. Да, все, выиграли. Тупо огнем мы выиграли. Вон там некоторые лучники остались. Ну, нам надо просто 90 людей уничтожить. Ну, всех уничтожили почти. Вон, несколько осталось, да и то мертвых. Все, пошли дальше. Вот тут надо, типа, играть. Вот, два мяча надо вот сюда установить. Это, на самом деле, очень тяжело было для поначалу. Ну, можно, в принципе, вот так, стоп. Убираем вот это, во-первых, вот это. И сюда маркиру. Мне маркира очень нужна. Берем двойной блок. Раз. Одной блок. Раз. И сюда два. Маркиру устанавливаем. Все, поехали. Да, хоть с шипами, ну ладно. Вот тут жители мирные бегают. Сейчас. Попытаюсь назад. Колеса бы тут еще можно сломать, если. Вот. Один балл, все, попал. Остался второй балл. Но это очень просто. Блин! Блин, блин. Стоп, давайте начнем обратно. Давайте со второй начнем. Просто, ой-ой, подходим сюда. Колеса бы не сломать. Стреляем С. И она падает ровно туда, да. Вон, видите? То есть первый это самое простое. Второй, точнее. А вот это уже немножко посложнее. Можно колеса сломать. Давай. Все, затащили. Пошлите дальше. Это я все проходил, я уже что-то по второй играю. А вот тут уже нам будет очень сложно. Очень-очень сложно. Во-первых, эту всю конструкцию удаляем. Окей. Оставляем только один блок. Эта штука стреляет лазером, вы понимаете? Она уничтожит вас любыми способами. Для этого я сделал просто вот так. Камикадзе сделал, камикадзе. Вот такую платформу. И полетел. Нажимаем на О. Полетели. Вон, видите, она лазером уничтожает. Если вам повезет. Блин, стоп. Стоп. Ее бы, знаете, можно еще вот тут считерить. Немножко вверх поставить сразу. Ой, стоп, немножко ниже. Вот, вот так. Блин, не смог. Надо, во-первых, сделать симметричность. То есть не симметричность, а вот сюда вот такую одну штуку. И вторую такую штуку. Ой, не то. Можно еще тут крылья установить, но это вообще не надо. Стоп. Ой. Давай, 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 давай. Блин. Давай. Стоп. Если не получается, давайте, ладно, крылья попытаемся все. Ой, не так. На R можно менять расположение этой штуки. Все, полетели. Вот, видите, получилось уже. То есть, да. Убираем вот эту, значит, платформу. Это нам не нужно. Крылья есть, значит, все замечательно. Блин, полететь бы ровно только. Блин, коряво летит. Из-за этого нас уничтожили. Давайте начнем обратно. Блин, и на самом деле хочу, чтобы ровно летело. Yes! Yes! Подбился, вот видите, камикадзе сделал. Все. На самом деле, тут если вам повезет, если он в какую часть... А вот тут надо 40%. Вот тут я на самом деле уже мучился очень сильно. Мучился очень сильно, вы не поверите как. Во-первых, сюда устанавливаем, ой, колесики. Раз, два, три. И оказалось на самом деле очень легко. То есть, оп, вот эти не надо. Обычные блоки нужны. Потом колесики устанавливаем. Вот. Потом устанавливаем, понятное дело. И вот я вас сейчас научу одной хитростью. Вот сюда надо один. Вот сюда. Уничтожаем. Вот сюда надо сделать одну штуку крутую. Вниз опустим эту всю конструкцию. Ставим механическую, такая штука есть, которая отцеплянка. На G нажимайте, и все.
сюда потом из оружия, вот, я научился флеймингом использоваться и бомба. Для этого вот эту штуку устанавливаем, которая будет держать бомбу, давайте, вот, бомбу. И этот замок надо 40% уничтожить, то есть не полностью. Бомбу устанавливаем сюда, и смотрите. То есть, во-первых, влево подъезжаем, вот так. G нажимаем и отходим сразу. G. Ой, я еще одну штуку забыл. Самое главное тут один блок вот сюда. И установить пушку. То есть мы отпускаем и в ту цель стреляем. Вот так едем. Да, бомба шатается капец. Ставим на G, отпускаем, отъезжаем. Если попадут, конечно, и на C. Блин, не туда. Косанул. Слегка. Yes! Вот, и да, еще можно вот так сделать. Что-то я об этом тоже не подумал. Ну ладно, еще давайте пушкой стрелим. Бабах. Сейчас. А вот тут, вот, вот тут мне на самом деле очень сложно. Очень сложно. Во-первых, надо уничтожить, вот видите, лагерь. 90% лагеря, то есть эти все палатки. Уничтожить этих рыцарей, попытаться хотя бы. И лучников, а то вас они загасят. И тут самое плохое, это две, вот видите, пушки. Они вас полностью уничтожат. Во-первых, я эту бомбу поставлю. А, это-то уберу. Мне нужен огнемет, чтобы уничтожить. Самая главная цель тут, уничтожить лагерь их. Лагерь при помощи огнемета я использую. Арма нам нужен, армор. То есть пуленепробиваемую броню. Вот такую металлическую. А то нас пробьют. Вот эту часть можно не укреплять, потому что вообще она не нужна. Брехня. Вот так. Да? Чтобы не пробили нашу часть. И задницу тоже надо укреплять. И как бы... Да, все хватит, да? Да. Если на самом деле повезет. Отступаем. Бабах, все взрываются. Поехали дальше. Одна мортира уничтожена, давайте вторую уничтожим, бабак, все. Уничтожаем лучников. На G нажимаем. Ой, на какой буквы я забыл? А, вот огнемет. Стоп. Огнемет. Огнемешься. О, ес! Все, мы уничтожили почти. Все. Сейчас все должно сжечься. О, лучники остались, да, тут без разницы. Надо лагерь уничтожить, по-моему. Да, все, мы уничтожили. Да, надо еще лучников уничтожить. Вот это я не подумал. Сколько вот это стоит? На какую кнопку? На У, все, я вспомнил. То есть на G едем, отпускаем. Блин, сусоп, обратно. G отпускаем. Взрывается. Едем дальше. У нажимаем, огнеметом сжигаем всех. Я попытался, на самом деле, сжечь всех. Но как-то не получилось. Ладно, давайте еще раз. Я как говорил, тут если вам повезет, без разницы, хоть вы самую эффективную сделаете. Блин, вон видите, не повезло, бомба не взорвалась. То есть это тоже надо все учитывать. Вот, блин, вот видите, еще я сам себя взорвал. Вон, разорвали всех в клочья. Давайте, ладно, пушку тоже уничтожим. Мешается вообще. Стоп. Бабах. Блин, вот видите, еще сам себе поджег при этом. Блин. Ну хорошо, что тут можно сразу пробел нажимать и начинать с самого заново. Бабах всех бомбанул. Нажимаем. Блин, сам себя уничтожил. Огнем своим же. Логично. Раз, вот все, нам повезло. Уничтожаем бомбу сразу же. Попытаемся выехать. Колес нет у нас вообще. Броня хотя бы есть, это замечательно. Два колесика осталось. Очень плохо. Очень плохо, если я смогу доехать. Блин, я тупо уничтожился сам себе. Давай, огнеметом гори. Блин, не горит. Тогда надо еще, во-первых, установить, как по мне, огнеметную пушку. То есть пушку. Вот сюда. Пушку. То есть, да. А то вон ту я пушку не могу уничтожить. То есть пушку надо уничтожать пушкой. То есть у
С и G, да? Все, понял. Пробел. G, выбрасываем. Бабах. С стреляет. Блин, она стрельнула, смотрите, вот отсюда. И я, то есть, не попал. Окей. Это тоже надо учитывать. Блин, не бомбануло, пуха. G. Блин, вообще какую-то в задницу стрельнулась. Да, тут еще иногда физика тупит. Вот, видите? Бах. И нашу конструкцию все уничтожили. Замечательно. Ой, блин, это очень плохо. Очень сложно играть в эту игру. Да что эта пушка не бомбит иногда? То есть нам везло, сейчас что-то не повезло. Вот это сейчас уничтожим все. G, да? А, у. Все, поджигаем их всех. Они сейчас должны все сдохнуть. Чего они не горят, мне интересно? Лучники, умирайте. Блин, они сломали мою конструкцию. Зря я тупо стоял и думал. Надо действовать. Раз. Два. Можно тупо отступить, но это вам не поможет, отвечаю я. Да блин, что тут в этой конструкции минус? Думаю, минус то, что можно ее как-то вот так установить наверняка. Вот вот так. Да, можно давать X. Или нельзя? Нельзя. Очень плохо. Значит, давайте ее тупо вперед установим. Вот так. Ой, ее нельзя сюда. Вот так. И давайте огненной шар будем использовать в этот раз. Да, вот так. Так, думаю, будет легче. И она, то есть, все сгорит дотла. G. Все сжигаются. Ну, почти все. Бу. Блин, они мою пушку все уничтожили, окей. Будем это все учитывать. Огонь, горите, 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 горите. Пушка нас попытается уничтожить. Давайте их попытаемся уничтожить. Мое колесо оно уничтожилось, блин. Вообще очень сейчас плохая ситуация. Во-первых, броня нам вообще сейчас, думаю, не нужна, она какая-то плохая. Задняя особенно, сзади нас, то есть, уже не уничтожают, потому что я все маркиры уничтожаю. Я как-то этот уровень прошел. Но как-то я массивную штуку сделал. Давайте на хом. Левел. Давайте, ладно, вот этот пятый уровень пропустим. Очень крутой. Я вам советую ее скачать. Можно ее скачать, то есть через торрент бесплатно, или купить. Ну все, всем удачи, всем пока. И да, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео. Думаю, вот этот 2 секунды назад, который только что я играл, сделал погрузчик, я его в ускоренном режиме поставлю, потому что вообще очень печально. Ну все, всем удачи, всем бай-бай, пока.